1 июля этого года физические лица вправе реализовывать на торговых прилавках рынка или в иных местах торговли, входящих в список, установленный местными исполнительными и распорядительными органами, строго определенные товары. Произведения живописи, графики, скульптуры, предметы народных промыслов, продукцию ремесленной деятельности, созданную этими физическими лицами, продукция цветоводства, декоративное растение, также рассада, животные, непродовольственные товары бывшего употребления у этих физических лиц и членов их семей, лекарственные растения, ягоды, грибы, орехи, другая дикорастущая продукция, овощи и фрукты, иная продукция растениеводства за исключением декоративных растений и продукции цветоводства, молочная и кисломолочная продукция, продукция пчеловодства, иная продукция животноводства, кроме пушнины, полученная от домашних животных, как в живом виде, так и продуктами убоя в сыром или переработанном виде. Для реализации данной продукции без уплаты налога продавцу необходимо приобрести справку, подтверждающую тот факт, что реализуемый товар выращен в личном подсобном хозяйстве. Документ можно получить в местном исполнительном или распорядительном органе по месту нахождения земельного участка. При реализации произведений живописи, графики, скульптуры, предметов народных промыслов, созданных этими физическими лицами, продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных, физические лица должны будут произвести уплату единого налога. Тот, кто проигнорирует букву закона, а именно рискнет продавать запрещенный указом товар, ждет административное наказание в виде штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин.